Когда мы слышим музыку на улице, то даже не зная автора, начинаем испытывать различные эмоции – от радости до печали. По этой причине художник Владимир Загоров решил не сопровождать свои работы из цикла «Музыка для всех» названием, описанием и годом издания. Каждый сам решает, о чем хочет сообщить картина, кто на ней изображен и какие детали играют главную роль. На этой выставке есть серия картин, где изображены уличные музыканты или люди, которые занимаются, репетируют музыку. Но в верхнем ряду изображено то, что не переживает. Это так построена вся серия картин. Это могли быть или уличные люди, стоящие, слушающие это, или это могли быть воспоминания самого человека. В его работах представлена искусственная игра цвета в музыке, музыка форм и живописи в целом. Он одновременно и передает свои ощущения, и восхищается, и рассказывает историю. Его живопись – это живопись света. То есть это цвет, свет и вот такой струящийся через его картины чувство добра и огромной любви к людям и вообще ко всему миру. Мы слышим музыку повсюду, и это уже стало обыденностью. Но Владимир хочет открыть знакомое каждому понятие с новой стороны. В, казалось бы, абстрактных картинах он подмечает детали, которые обычный человек может упустить. Музыка для меня, как и каждый человек, это то, что сопровождает нас всю жизнь. И то, что так или иначе мы любим, и для нас очень важно. Его картины вдохновляют на размышления и творчество не только посетителей, но и студентов. Так, например, выпускница кафедры графического дизайна СПбГУ Наталья Житкова 3 года назад вместе с однокурсницей провела выставку своих работ. Владимир Игоревич посетил тоже тогда открытие нашей выставки, сказал много теплых слов. И он, в общем, всегда рад прокомментировать какие-то новые работы, что-то посоветовать, вдохновить. Художник уверен, что доверительные отношения со студентами раскрывают их потенциал и способствуют появлению новых веяний в его творчестве. Со мной в свое время были очень внимательны ко мне, позволяли мне делать очень многое и только поддерживали. Это то же самое делаю и я. Я просто поддерживаю студентов. То, что они хотят сделать, я пытаюсь им быть в этот момент полезным и не больше. Я не хочу их ничему научить, но стараюсь сделать так, чтобы они учились сами у себя и у хороших примеров художников, которые они так же любят, как и я. Музыка – традиционная тема в живописи. Но картины Владимира Загорова показали, что она все так же неисчерпаема и интересна многим. Изобразить человека в процессе создания произведения – сложная задача. Но искусному художнику удалось соединить свет и воображаемый звук. Валерия Мельникова, Евгений Горяев, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.